представляем вашему вниманию линейку многодверных холодильников Хайберг. Очевидный плюс этих холодильников – дизайн. Лаконичный, без лишних деталей, все внимание сфокусировано на материале и цвете фасадов. Оттенок розовый жемчуг выглядит очень благородно, но если вам по душе брутальный стиль хай-тек, выбирайте модели в черном цвете, например, черное стекло и черный матовый, или в цвете стальной лен. А для приверженцев классики есть модели в белых цветах и бежевых. В общем, внешний вид этих высокотехнологичных красавцев преобразит интерьер любой кухни. Общий объем данного холодильника Хайберг 490 литров. Это в полтора раза вместительнее, чем объем большинства стандартных холодильников. Холодильная камера весьма удобная. Здесь три полки из закаленного стекла. Они широкие, и при желании здесь можно легко разместить большие блюда, поднос или даже противень. На двух дверцах расположено множество полочек для всякой всячины. Они позволяют безопасно и компактно хранить молочные продукты и соки в пачках или бутылках. Объем морозильной камеры 148 литров. Наличие LED-подсветки позволяет даже ночью найти вам нужный продукт. Особого внимания заслуживает верхняя полка морозильного отделения. Отсутствие внутренней перегородки позволяет без проблем замораживать и хранить крупные продукты, например, индюшку или большую рыбу. Важно, что в обеих камерах реализована технология No Frost. Она полностью исключает появление инея на стенках холодильника и на продуктах. И разморозка здесь происходит автоматически. Двухконтурная система охлаждения дает сразу несколько преимуществ. Запахи между камерами не смешиваются, а уровень влажности в холодильной камере поддерживается на оптимальном для продуктов уровне. Помимо уже названных достоинств этой модели, есть еще одно. Класс энергосбережения А+. Даже при всех своих внушительных габаритах, холодильник не будет потреблять много электроэнергии. Расскажу еще об управлении нашим холодильником. На этом фантомном дисплее можно установить температуру для каждого отделения или активировать дополнительные функции, такие как суперохлаждение, суперзаморозка или режим отпуск. Также предусмотрена блокировка от детей. Режим суперзаморозки пригодится для быстрой заморозки ягод, зелени и других припасов на зиму и при этом сохранит максимум витаминов. Обратите внимание на функцию «Отпуск». Если вы собираетесь уехать куда-нибудь на недельку, то холодильник можно не отключать. Тем не менее, вы сэкономите на счетах за электричество. Пора подвести итог. Многодверный холодильник Хайберг – это сочетание функциональности и отличного дизайна. Прекрасный выбор для тех, кто ценит не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Они отлично подойдут семьям, которые любят принимать гостей.